конечность. Особенно это характерно для использования бейсбольной пипи, которая в последнее время становится все более и более популярной. В голову попадать ее сложно, а удар в коленку или в голеностоп является очень эффективным. Хорошо, коллеги? Хотелось бы отметить, что все движения, которые производит Лукри, несмотря на то, что они выглядят спонтанными, это действительно система, это блоки, которые впоследствии на мастер-классе при Руане Дмитрия обязательно продемонстрируют. То есть это не спонтанное реагирование, а действительно система жлобов и система контратаки существующих действий. Следующий удар – это то, о чем мы говорили, это попытка поражения рук. То есть, в принципе, при таком попадании бой будет закончен. В качестве контраргумента – уход в боксерском стиле и выход в одноручный хват с удлинением дистанции. Так, наверное, базовые элементы на этом мы демонстрировали, закончили. И теперь хотелось бы показать немного работы с боевыми тростями. Ну, собственно, как оно выглядит в более развитом варианте, длительном варианте. Прошу. Ну, вкратце, наверное, так. Если есть вопросы, наши строго спины с удовольствием ответят на них на мастер-классе, даст подержать трости, ну, все что угодно.